ты. Фига. Нет, 11, Глонасс 9 и Галилео 10. А вот видишь как? Да, надо же. Нет, я определенно хочу такое штукнуло. Нет, здесь такого, чтобы что-то делать, и он упал, это полоса МС-185, видишь, да? Вот у нас, видишь как, полоса. Надо чуть-чуть вправо завернуть, видишь как? Вот, и мы видим, что у нас там все левее. Видишь как? Вертикальная. Вот я специально, давай, на руках пойду. Я могу даже вот так, если вперед, не обязательно смотреть. Вот, и мы видим, как раз и пол, вот сюда, видишь, значит, как рисует где воронка, а вертикально почему левее, потому что мы чуть-чуть в очка заходим, видишь, да? Ну, все сразу сейчас подойдем. Все, он чуть пониже, потому что мы на высоте, вертикально, горизонтальная планка, правильно показывает. И тебе пофигу, какой туман у тебя, радар внизу, видишь, у тебя показывает стрелки, все, вот тут будет на север, северно, видишь, да? Вот. Вот твоя полоса воронка. Хочешь, можно прямо вот так довернуть, в принципе, если есть желание более ровно зайти, да? То можно прямо вот так смотреть. Пошла вертикально совмещаться, и выруливаем. Видишь как? Все, мы встали на курс. Вот, ну на дорогу как бы выехали, понял, да? Все, смотри, погрешности, видишь, как я могу влево, вправо. Она особо это. Смотри, как стабилизация отрабатывает. Смотрим справа, движение есть, 1,4. Здесь показывает нам планочка, чуть ниже спины, крестится, как держу. Вот. И поддает. Все, вот мы прям четко идем по заходу. Либо на автопилоте сейчас садится. Вижу тебя. На полосе мужик по левому краю. Не мешает, да? По левому краю идет. Мешает и посадка? Нет, нет, не мешает. И просто чуть правее возьми от оси. Вот, держим, 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 держим. Газ выключили, все. Хорошо сойдем? Да, отлично. Вот, видишь, как и полоса, она горит тебе, если такой, как бы помещает. Смотри, вот, видишь, она горит. Ну, ты можешь потом в полете все выключать, прям вот так взять, все, и рулить. Не, ну лепота, конечно, давай, все, давай.